Все ближе завершение трансферного окна и все громче трансферы совершают клубы в Европе. И вот сегодня грянул новый переход. Дуглас Коста в Ювентусе. Цена вопроса 46 миллионов евро. Слухи о его переходе в Турин ширились. По словам тренерского штаба Баварии, Коста, мягко говоря, не выполняет, а точнее перетягивает на себя одеяло. Ну да, Коста индивидуалист. Но нельзя сказать, что Бавария избавилась от него, а Ювентус совсем клуб не топ-уровня. Ранее сообщалось, что чемпион Италии возьмет Дугласа в аренду с последующим выкупом, а сам Коста будет получать в новом клубе 6 миллионов в год. Напомню, Бавария вчера сообщила о заключении контракта на аренду с игроком Реала Хамесом Родригесом. Ну и еще немного о Ювентусе. По слухам, бывший защитник Юве Дани Алвес вот-вот продолжит карьеру в Париже. Алвес уже прибыл в стан Пари Сен-Жермен и в ближайшее время подпишет двухлетний контракт. А вот переход другого бразильца Неймара из Сантоса в испанскую Барселону FIFA признала законным. Ранее сообщалось, что Сантос подал жалобу FIFA на футболиста. В клубе уверены, что Барселона и Неймар нарушили правила трансфера. Сантос заработал на трансфере всего лишь 17 миллионов евро, а остальная часть 58,5 миллионов досталась футболисту и одной фирме, которая помогала с переходом. Ну и еще одна новость этого выпуска, связанная с поднадоевшей историей с Донарумой. Официально Джанлуиджи остался в Милане, новый контракт его полностью устроил. Соглашение с голкипером рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Донарума будет получать 6 миллионов в год. Ну и завершим выпуск позитивной новостью. Манчестер Юнайтед определился с новым капитаном. После ухода Уэйна Руни тренерам пришлось пораздумывать над этим вопросом. Новым лидером команды назначен 35-летний Майкл Каррик. Также не пропустите ролик под названием «Самые громкие трансферы этой недели». Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.